А что, было больше, что ли? Женя. А не знаю. А он сказал, что встретимся. Что? Он сказал, что придет. Ой, обязательно. Для тебя специально. Да.
Ладно, а там все ведут подряд. А как что ей объяснить? Сейчас на меня это, как ее, Наталья Валерьевна, ебать, блядь. Говорит, идите. Залупилась, ничего, ни с того, ни с сего. Что-то, пойдем, ну, нормально. Что-то ты там это, что-то еще. Говорит, прикинь, идите, ох, пускай. Да уйди отсюда. У пацанов вообще курить нету, блядь, это гнильно. Ты задолбал, блядь. Ромашки больше, ромашки на туре больше было, блядь, чем здесь. Там задница тебя, короче. Ну как? Нормально. Такие грустные все. Да я знаю, что важно. Мне самому не нравится. Иду. Ой. Да не надо близко, Дима. Да, действительно. Зачем? Мы снимали. Ой, блин, как бы это часто. Возьми мне жвачку. А, хорошо у тебя, да. Слушай, ну как собаку, блядь, дерзай. Круто, блядь. Нас жвачку. Я этого видел.